Артем, трэбл, трипл, хэт-трик, вы счастливы? Безумно приятно, честно, это восхитительная эмоция. Тем более Локомотив, наверное, пожалуй, самый неудобный соперник. И хорошо они сегодня играли, мы выжидали. Потрясающий гол. Ну, первый гол — потрясающая передача Дугласа, просто великолепнейшая. А второй гол — Малком Себа разыграли, Себа покатил, и просто космический гол от Маги. Я думаю, что должны были сказать, что лучший игрок матча — Магомед Аздоев. Но, как обычно у нас, мы не умеем без приключений. Вместо того, чтобы спокойно 2-0 довести, мы пропустили гол, и началась такая нервозная игра, можно сказать. Ну, хорошо, что так все закончилось, поэтому главное совершить в историю, попасть, это трофеи не пахнут. Остались ли еще эмоции? Потому что это третий раз меньше, чем за месяц. Ну, как я уже сказал, немножко начинаем привыкать к хорошему, вот этой встрече, вот эти медальки. Так что, конечно, приятно. Но дальше у нас еще много всяких вершин, которых нужно покорить, поэтому приятно. Сегодня мы хотим порадоваться, насладиться, потому что вот даже голос сел, меня подвел. Круто, все равно эмоции, классно побеждать, и атмосфера прикольная, и болельщики наши восхитительные, и Локомотивские хорошо поддерживали, поэтому, мне кажется, матч удался. Был очень такой эмоционально напряженный, скажем так. Качество, может быть, не всегда было хорошим, черт возьми, но голы были прекрасные. Что можете сказать про игру Сердара сегодня? Великолепен. Отрабатывал в обороне постоянно. Так много бегает. Молодец, да. Ну, очень был хорош. Еще бы чуть-чуть подзагорел бы, вообще бы цены бы ему не было. Граф Дракула. Я не знаю, сколько Сердару лет, честно. И он хорошо забил. Если он не забил, тяжело будет, честно. И главное, у Сердара потрясающая прическа. Я считаю, что очень. У меня денег нет, ребят. Знаете, мы с ним как этот, Муфаса и Шрам. Муфаса и Шрам. Он все ждет, что меня со скалы меня свинтит. У меня денег нету. Вот. Он мне обещал, я тебе дам 200 рублей, иди на барбершоп. Денег у него нету. Я готов. У него одна лошадь стоит, как у меня все состояние, поэтому Сердар придуряется. Но в любом случае, прекрасно. Мы творим историю и безумно рады, что Сердар еще и пресс качает. Короче, действительно, ну правда, в историю войти в таком великом клубе — это потрясающе. И я забыл кое-что сказать. Я хотел поблагодарить медицинский штаб, потому что мое участие было под огромным вопросом. И я им безумно благодарен. Ребят, спасибо вам огромное. Я вам лично сказал. И Гришину Юричу, Володе Хайтину, Вячеславовичу огромное вам спасибо. Если бы не вы, меня бы не было сегодня. Поэтому я очень им благодарен, то, что они меня подняли в кратчайшие сроки. Поэтому это и ваша победа. Есть люди, которые теневые, которые делают большую работу. Я вам благодарен. Спасибо большое. Всех с победой.